Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» напоминает родителям, что они в ответе за жизнь своего ребенка. Главная задача взрослых – предупредить возможную трагедию. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра. Напоминайте ему об опасности игр с огнем. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. При возникновении пожара или задымления ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону 01-101. Администрация Ленинского района напоминает, что Самарская область присоединилась к всероссийскому проекту «Всей семьей», который приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей. С 1 марта в рамках всероссийского проекта запущена акция «Всей семьей на выборы». С 15 по 17 марта семьям-участницам акции нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Затем его нужно опубликовать у себя на странице в соцсетях с тремя обязательными хэштегами проекта «Всей семьей», «Регион 63 голосует», «Всей семьей 63». По этим хэштегам организаторы смогут увидеть ваш пост и зафиксировать вас в качестве участника акции. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что государство предоставляет единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно уточнить на сайте или в телеграм-канале департамента. Среди них заявление, паспорт, свидетельство о рождении, справка о регистрации по месту жительства, СНИЛС.